Всем привет, я ваш Шаня. Это Мега Парнас. Зашла в отдел контейнеров одноразовых, как бы, или многоразовых, ну, в общем, пластиковых. Пластиковая посуда. Света мне посоветовала обратить внимание на вот такой контейнер. 36 рублей с крышечкой. И он как раз по размеру подходит вот для того, чтобы посадить туда орхидейку. Короче говоря, я возьму, наверное, два контейнера. И попробую, потому что на вид он очень прилично выглядит, и он такой ровненький. И недорого. В общем, возьму. Есть еще тут поуже, поскольку тут по 30 рублей они. Но они какие-то больно длинные, высокие и узкие. А вот эти, конечно, то, что надо. Это одноразовая посуда. Пришла посмотреть, что здесь у нас есть. Ну, собственно, пока не вижу никаких ведерок одноразовых, вот эти, которые под капусту. Здесь только есть квадратные контейнеры. Я вот такие покупала, ну, как под теплички использовала. И вот такие я брала тоже, с крышками круглые, тоже для тепличек, для цветов, для листиков там. Все. Все бумажное. Тарелки всякие. Нету здесь таких у нас ведерок, в которые он капусту фасует, литровых. Не знаю, в нашем Ашане вот я не вижу. Зашла в отдел всеми нами любимый посмотреть, что тут у них есть. О, керамзит прямо разный навезли. Смотрите, а то, что получше, его меньше всего. Который мелкий. Так, посмотрим горшки, что ли? Да они издеваются просто. Вообще теперь никаких, даже больших не вижу. А, нет, вру, большие есть, как и стояли. Маленьких нет, ну, нормального размера как бы нету. Это большие очень. Ну и что тут у нас с цветами? Это все то, что я вам в прошлый раз тут показывала. Оно уже вянет очень сильно. Да, скидка, скидка, скидка. 459 рублей. Но я думаю, что еще несколько дней, это будет слишком дорого даже для этих цветов. Потому что они у них все повянут. Две минички остались. Минки, кстати, были шикарные здесь. Дешевле, чем в обе. Ну, по качеству, я думаю, то же самое. Корней, я имею в виду. Гиппики 559. Это я там еще видела. А он один цветущий. 425. Красота. Ну вот, собственно, растение, которое сейчас находится здесь у нас в Ашане. Можете их созерцать. Лопаты, которые гребут снег зимнего образца, уже заменили на весенний образец.
Высушенный сухарь, уцененные орхидеи, 399 рублей. Они скоро все сбросят цветы. Но корни я уже посмотрела, у них, конечно, ну, их никто, наверное, не полил ни разу. Ну, уж на той неделе я вам снимала вроде бы. До сих пор же они стоят тут. Кстати, тоже примулу привезли в Ашан. Очень крупные цветы. Всем покажу. Смотрите. Очень крупные. Красивые. Еще, представляете, камни-то заканчиваются опять. Корни-то прижимать орхидейные. Поэтому я опять тут, в этом отделе, распрекрасном. Опять за камнями пришла. Кому скажи, никто не поверит, что камни покупаю, хожу. Ужас, ужас. Скорее бы лето, чтобы на даче набрать камней-то этих. Да. И вот такой бы мангал еще бы. Огромный. Приобрести. За 12 тысяч. О, очень-очень большой, красивый. Домики для мурзиков. В общем, купила я камни, керамзит и два контейнера. Иду такая радостная. Улов прямо. Все, всем спасибо за внимание. Всем пока.